Подожди. Пусть это будет сюрпризом. Нормуль? Сентября я еду в город Харьков. Там я встречусь с соперником из Украины Анатолием Сафроновым. Что могу сказать о сопернике? Это неплохой соперник. Очень опытный. У него ни много ни мало 43 профессиональных боя. Для сравнения у меня 9. Вот, ну, уже будет видно 26-го. Безусловно, я своего соперника изучаю до боя очень хорошо. Смотрю его все бои неоднократно. Вот, потому что для того, чтобы победить, нужно знать, с кем имеешь дело. Поповский на 100% подготовлен к бою, как технически, так и морально. Бой может закончиться досрочно как в ударной технике, так и в борцовской. Мой план на бой – это постараться выиграть этот бой и принести, конечно же, победу домой. Мой рекорд 9-0. Проиграть я не боюсь. Я проиграю только тогда, когда это Господу будет угодно. Выходя на любой поединок, я готов к любому его сценарию, каким бы он ни был. Я хочу тренироваться во многих странах и во многих местах с разными спортсменами. Но выступать я хочу, конечно же, за свою страну. Пока не готов выступать под флагом чужой страны. Каждый человек берет что-то свое из определенного вида спорта. Лично меня этот спорт делает мужчиной. Я считаю это очень важным, потому что в своей жизни я много раз встречал, ну скажем так, спортсменов не мужчин, и мужчин не спортсменов. Поэтому я считаю очень важно оставаться и быть мужчиной. С кем бы я хотел встретиться? Ну, я готов к встрече, наверное, с любым соперником.